Всем привет, с нами Али, Сибилла из пластилина, вот такого автомобиля. Да, такой у меня получился. Да, решил сделать большой, потому что у меня все пластилина модели получилось, ну, меньше. Вот я решил модель увеличить. Да, такой у меня получился. Взглянем на двигатель, посмотрим на него. Вот сам двигатель. Да, такой. Два взгляда на салон. Дверца открывается довольно легко. Вот салон. Там есть сиденье. Торпеда, руль и рычаг от тормоза. Сейчас. Да, как вы видели, что решетка она бежевого цвета. А думаете, что из цветного пластилина? А нет. Я использовала из зубочистки, чтобы сделать такой решетку радиатор. Два взглянем на днище. Днище там ничего не отработано. Вот видим, что он широкий так. Вот задняя часть бампера уже начинает отваливаться. Передняя часть. У переднего части у него также снимается бампер. Вот, сняли бампер. Сейчас закрепим. Также с задней части тоже снимается. Сейчас. Вот задний бампер. Вот использовал зубочистку, как вы видели на впереди. Ну, короче, такая у меня машина получилась. Вы видели вчерашнее видео про мою пластилиновую машину? Если вы не смотрели, то перейдите и смотрите. Ну, короче, надо, пора заканчивать. Ставьте лайки. Не забудьте поставить в группе ВКонтакте. И с нами Али была, и всем пока.